Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите программу «Обратная связь», где вы сами решаете, о чем пойдет речь. «Обратная связь» — это проект InstaForex TV о самых актуальных тенденциях на рынке, выигрышных торговых стратегиях и альтернативных способах заработка на Форекс. В общем, обо всем, что волновало трейдеров в течение прошедшего месяца. Каждый день в рамках проекта мы отслеживаем вопросы пользователей форумов InstaForex и MT5, передаем часть из них специалистам, а затем делимся с вами ответами. Среди тем наиболее активно обсуждаемых на форуме MT5 выделяется топик, заданный пользователем Mustang of Zone, о том, когда лучше торговать в средний срок, а когда отдать предпочтение скальпингу. Для начала мы хотели бы прояснить различия между этими двумя видами трейдинга на финансовом рынке. Здесь имена говорят сами за себя. Название «скальпинг» переводится с английского как «срезание верхней части». Для вынесения решения об открытии сделки трейдер ссылается на сигналы от технических индикаторов, и ему также достаточно для этого минимальных знаний фундаментального анализа. При скальпинге трейдер закрывает сделки уже при достижении небольшой прибыли. Поэтому для получения более-менее весомой суммы заработка необходимо совершить довольно большое количество сделок. Разумеется, столь интенсивная работа выматывает. Трейдер испытывает невероятно сильное нервное напряжение. Также при наличии открытой позиции невозможно отвлечься от терминала, дабы не пропустить удобный момент для закрытия сделки. Однако, перетерпев все эти неудобства и изъяны, именно при помощи скальпинга есть возможность нарастить свой капитал на 10-30%. Не менее достойный процент финансового прироста можно получить и при среднесрочной торговле. Длительность сделок в этом случае составляет от 1 дня до 2 недель, а значит, нервное напряжение и стрессовое состояние трейдера на минимуме. Но такое относительное спокойствие возможно лишь с размером депозита, способным выдержать откаты котировок. Кроме того, необходимо разбираться в фундаментальном анализе при выявлении среднесрочных трендов. В попытках сопоставить все достоинства и недостатки скальпинга и среднесрочного типа трейдинга и вынести решение о том, когда и какую торговлю выбрать, мы обратились за помощью к аналитику-консультанту филиала компании InstaForex в Санкт-Петербурге Михаилу Макарову. При принятии решения удерживать долгую позицию или скальпировать, главное – это определение состояния рынка. Если вы считаете, что цена находится в состоянии тренда, есть смысл удерживать долгие позиции по тренду до целевого профита или до сигнала на отмену тренда. Открывать позиции при тренде стоит только по направлению тренда. Если ваш анализ показывает, что актив находится в состоянии флета, то самой верной тактикой будет скальпирование. При скальпировании надо четко понять, что именно в вашей системе будет сигналом смены состояния рынка, чтобы под влиянием краткосрочной торговли не пропустить изменения тренда. Идеально, если у вас есть две торговые системы – для тренда и для флета, и вы переключаете их по мере изменения состояния рынка. Надеемся, что наши разъяснения помогут определиться начинающим трейдерам с выбором наиболее приемлемого для них вида торговли. Кстати, заинтересовать новичков может и вопрос о том, сколько времени реальные трейдеры тратят на торговлю. 36% трейдеров, решивших поделиться столь ценной информацией, утверждают, что уделяют работе с ордерами меньше часа в сутки. 28% выделяют от 1 до 2 часов. Чуть меньшее количество участников торгов работают на Форекс от 2 до 5 часов, а остальная часть, 11%, проводит за торговлей более 5 часов в сутки. Показания разнятся в зависимости от многих факторов – опыта, характера трейдера, типа торговли, наличия новостей на рынке, а также волатильности. Немаловажно и уточнение об отношении трейдера к работе на Форекс. Основная ли это работа или же хобби, дополнительный заработок? Бесспорным осталось утверждение о том, что на образование стоит уделять достаточно много времени. Но есть и такие, кто предпочитает не сам изучать рынок, а полностью полагается на аналитические статьи различных стратегов рынка Форекс. Но стоит ли доверять свой капитал чужим прогнозам? Этим вопросом задался пользователь форума MT5 Асылбек.
Вполне развернутый ответ можно найти из интервью с экспертом волнового анализа Александросом Капривицем, ставшим участником ежегодной конференции в Санкт-Петербурге в октябре 2015 года. I think methodology is necessary because humans are constructed like this. Стратегия необходима, потому что человек эмоционален по своей природе, а это не лучшее качество для трейдера. Я использую торговые стратегии в качестве своеобразного барьера между рынком и моими эмоциями. Методология служит фильтром, который не позволяет эмоциям влиять на торговое решение. Когда я только начал практиковать наш метод, я часто обращал внимание на комментарии профессионалов, применявших ту же стратегию. Я думаю, никто не может быть уверен в том, что его прогноз всегда будет на 100% точен. Поэтому лучшим советом, вероятно, будет научиться сочетать одно с другим. Найдите стратегию, которая подходит именно вам. Так, если вы успешно практикуете внутридневную торговлю, ваш поиск будет направлен на индикаторы, осцилляторы и стратегии, способные оказать помощь именно при внутридневной торговле. Однако, если вы предпочитаете долгосрочные сделки, стоит уделить внимание поведенческому анализу, который поможет определить направление движения рынка на долгосрочной основе. But if you're on a larger time frames, you will more search like behavioral methodology, which can see on the longer term basis where the markets are heading. Темы для выпуска мы собрали на форумах InstaForex и MT5. Если вы хотите услышать ответ на свой вопрос в эфире следующей программы, добавьте к сообщению хэштег InstaTV. Кроме того, вопросы можно присылать нам на электронную почту instatv@instaforex.com. Ну а на сегодня это все. О чем пойдет речь на следующей неделе, решать вам. До встречи!